Значит, ты учитель физики. Что еще? Да. Развод. 15-летний сын. Съемная квартира. Ну, а ты? А я замужем. Муж, небось, ревнивый. Чтобы ревновать, надо любить. А он любит только деньги. Почему ты развелся? Ну, у нас оказались разные цели в жизни. Поясни. Ну, люди сходятся, паруются там. Для того, чтобы достигать совместных целей. Рожать детей, строить дом, летать в космос. Ну, а у нас получилось, кто в лес, кто по дрова. Я в одну сторону, она в другую, а это перечеркнуло практически все. А что для тебя важно в отношениях? 4Т. Что это? Тяга, такт, терпение и общие цели. Цели? На «це»? Это смотря как писать. Если писать «ТС», получаются цели. Садись, 2. Эти 4Т самое важное в духовном браке. В чем? Ну, духовный брак. Ну, в общем, это когда два человека сходятся, рай на земле. Окружающие смотрят на эти отношения и говорят, так не бывает. Я, кстати, себе по жизни ищу духовный брак. Да. Ты, кстати, поэтому можешь и не переживать, что я себя буду плохо вести. Мне казалось, что я уже нашел себе пару. А вчера мы расстались, и я себе даже не могу представить, как я могу себя плохо вести в такой ситуации. Понятно. Да, как-то так.